В соответствии с заложенной в комплексе мер хронологии, Верховная Рада должна до 14 марта принять решение, в котором будет обнародован перечень тех районов Донецкой и Луганской областей, на которых распространяется особый статус. Это краеугольный камень политического урегулирования. В случае, если указанное решение не будет принято Верховной Радой через 24 часа, всему миру по факту станет очевидно, что Киев не собирается придерживаться дорожной карты, подписанной в Минске при гарантиях со стороны и России, Германии, Франции, а следовательно не хочет политического, но по факту мирного урегулирования конфликта.